Вот эта погодка сегодня, конечно, не очень хорошая. Точнее, погодка-то нормальная, но не очень комфортно для рыбалки. Идет сильный снег. Вот, ребята, всем привет. Очередная у нас попытка половить щуки. У нас сегодня рыбалка по жерлицам на лесной реке. Погодка вот такая вот, идет снег. Ветра, можно сказать, практически нет. Но такая идет сыпуха, просто заваливает все сразу махом. Снега уже в лесу выше пояса, ну да, метр. Сейчас буквально только недавно дошли до реки, долго шли. Лыжню всю перемело абсолютно, по ней идти невозможно, сильно проваливаешься. Пришлось идти рядышком с лыжней, топтать новую лыжню, там полегче было идти. Настик там ездит под низом, под снегом, сантиметров 15-20 проваливаешься и все. Начинаем нашу рыбалку, как всегда, с расстановки жерлиц. Немножко решили мы в этот раз отойти от берега, ближе к середине взять. То есть под берег бурить сильно не будем, потому что чаще поклевки здесь случаются именно ближе к середине. Немножко метров 10 сдвинемся от берега. Батя у меня сверлит лунки уже. И толком рыбалки у нас здесь не получалось. Толком щуки здесь мы не поймали. Не знаю почему. Щука здесь точно есть, но нам каждый раз не везло. Щука просто нас сегодня не брала. Там несколько поклевок, 2, 3, 4 поклевки. И больше одной мы отсюда не брали. Хотя в прошлом году здесь щуки ловили мы прилично. И каждый раз, в принципе, отлавливались по жерлицам нормально. Ну давай, снег, уже переставай. Сегодня вообще обещали потепление до плюс 2 днем, вплоть до дождя. Но я так думаю, что дождя точно не будет, и плюс 2 тоже не будет. Будет только примерно около нуля погодка. В принципе, погодка самая такая нормальная для жерлиц. Вчера мы были на рыбалке по хариусу, просто супер отловились. Брал хороший крупный хариус. Сейчас будет ссылочка на экране, ребят, посмотрите это видео. Вот такая была рыбалка, отличная. Отловились по полной программе. Именно попадал хороший крупный хариус. Особенно батя у меня там, конечно, дал жар ее. Ладно, погнали. Снег немножко перестал. Будем ставить жерлицы и смотреть за поклевками. Снега море. Снега очень много. Сегодня у нас на улице тепло, поэтому я лунку сегодня засыпать не буду. Пускай стоит так. Давай, щука, порадуй нас сегодня. Порадуй поклевками. Хочется уже нормально ловить щуку по-хорошему. Ну что, ребят, таким образом ничего не буду присыпать, на улице тепло. Погнали дальше ставить. Не присутствует, как обычно. Вот первая сработка, самая, как всегда, дальняя. Ведь, а? Блин, невозможно бегать, а? Вращает, вращает и вращает потихоньку. Фух. Потихоньку, потихоньку идет. Торопиться не буду. Пускай на ее слезка закончится, и я подсеку ее.
полосе. Такая хорошенькая, ребят, я бы сказал бы. О, хорошая попалась. Ну такая. За килоху, блин. Да, ребят. Вот такая за килошку. Подпал, да, 1,5 килограмма примерно. Ну, висело, конечно, на тоненького. Еще немножко бы. Рыбки нет, неси. Какая-то раненая. Без пиявок, чистая. Ребята, попалась первая щука. Чуть больше, наверное, килограмма. 100 кило, может. Так, примерно. Ну, первая поклевка. Вот, буквально поставили все жерлицы, расставили. И сели отдохнуть немножко, перекусить, чаю пить. Потому что вообще замучились бурить, по очереди бурили. Лед толстенный, бур идет тяжело. Еще сели, говорим, думаю, где поклевки-то? Обычно рано поклевки всегда бывают на жерлице. Только сказали, и сразу поклевка. Ну, хорошее начало. Надеюсь, что поклевки еще будут, и мы поймаем щуки. Отлично. Так вот, друзья, еще одна сработка. Я пришел, щуку положил. Батя жерлицу стоял ту, обратно шел. И флажок поднялся. Я уже туда не пойду, мне далеко идти. Ну вот, только в кадр не вставай. Нету. Не вращает. Ну, вторая поклевка. Фига он ее подсек. Что-то тащит. Ну-ка. Что-то тащит. Ага. Давай. Ну что там тебе? Хорошая, что ли? Попалась. О! Молодец. Ага. Такая же попалась, да? Смотри-ка, опять крайняя самая. Щука там, что ли, вся стоит? В самом конце. Там получается чуть ниже бати, тут дальше туда. Перекат такой мощный, сильный. Видно, воду держит перед перекатом. И возможно, что щука там скопилась, в том месте. Там скорее всего, мелочевка крутится. Возможно, там щука и держится. Ну, отлично. О, такая же, смотри-ка. Нет, такая же. Какая попалась, а? Рыбку съела, да? Не, рыбка там, вот, там, в горле. Да. Может, покрупнее даже. Да, скорее всего, наверное, покрупнее. Иду, посмотрел, нету. Иду, посмотрел назад, а в горле все, уже стоит. Такая вот, хорошая. Отлично, ребят. Две поклевки. Две щуки. Отлично. Причем щука такая, не мелкая. За кило. Две поклевки, две щуки. Хорошее утро, хорошее начало. Да, слушай. Покрупнее это будет, да, вторая. Ну. Две поклевки, две щуки. До этого рыбачили, блин, 6 поклевок и одна щука. Какая рыбалка удачнее, нет? Это рыбалка или та? Пока это. Я говорю, ты с этими поклевками? У нас бывало, поклевок доходило до 20. Время 9 часов, у нас время еще есть. Я говорю, у нас поклевок бывало, заходило и за 20 поклевок за день. Но при этом ловили 1, 2, 3. Там осталось, наверное, пару витков. Подсек, все. Там, в горле, нафиг. Не, у меня тоненького было вообще. За краешек у меня, да? Губы. Но там в горле нафиг все.
схода бы не было нифига, блин. Не могу в лунку вести, не могу, понятно? Лунка подвела, она тик-тик, право-лево, право-лево, блин. Не могу в лунку вести ее нифига. Сразу чувствуешь, что не маленькая, да, такая? Ну, сразу да, сюда. Сразу сюда такая, такая средняя степень. Лунка никак, никак не заходит. Обе там стояли, в конце эти, а? Там сюда. Две подружки мы. Там сюда. Такая работает. На песке там, видно, они стоят. Так, ребята, пока у нас перерывчик с клевым нарокостерчиком займемся. Костерчик сделаем, колбаски поджарим на костре. У нас тут целая поленница сложена еще с того раза. Вон какие вот обмело снега сколько, а? Целая поленница дров. Сложно. Там вон сухие макушки оставили, повтыкали прямо на берегу. Как раз сухостойчик есть уже для растопки. Куда в этом году вообще попадем мы? Думаю, нет смысла туда.
и нагревать не хотят. Сработка еще одна. Не вращает. Бросила. Да. Бросила. Я думаю, что совсем заскучали там. Тут раз бах поклевками. Рыбку мне даже не сбила. Ух ты! Ударила. Вот это да. Шевелил и ударила. Поставим ее. Это да. Что блесной свой подойти. Вот так вот, третья поклевка у нас. Первые две результативные, две щуки хорошие опались такие за кило. А вот третья поклевочка и тишина. Ребята, взвесим. Какой вес, интересно. Щучки. 1,55 кг. Первая щука. 1 кг, грубо говоря, 55 г. Не сказал, что за кило. Ну, за кило. Так, а вторая у нас... 1,335 кг. Хорошая щука, да? Одна щука на кило, другая на 1,3 кг. Я попробовал, походил с удочкой, немножко побурил там, порыбачил. Тоже тишина, ноль. Не берет рыбка. Не стали мы ставить сегодня донки, поставушки. Потому что у нас сегодня такая рыбалка не очень длинная. Сейчас время у нас без 15-12, уже обед. Я думаю, что часиков, наверное, до часу, до двух порыбачим и будем сматываться. Мне все-таки нравится больше другая погода. Чтобы солнце было, пускай даже мороз, солнце, намного веселей. Тем более сейчас, когда днем солнце светит, тепло становится, пригревает хорошо уже. Ладно, в принципе, то осталось недельки 3. И этот снег постепенно со льда сойдет, будет чистый лед, будет вообще отлично ходить. Появится наст в лесу, и уже будем бегать по насту. Будет чистый лед, и уже можно будет приходить уже с палаточкой, с ночевкой, ставить и жерлицы, и донки, и на удочке рыбачить, пробовать. Все, батя нарыбачился, накидался, уже обратно ползет.
Так, ну что, мы собираем жерлицы. Потихонечку собираемся. Больше поклевок у нас не было. Тишина. Все утихло, все затихло. Ну все, друзья, мы свою рыбалочку потихоньку заканчиваем. Собрал я уже все свои жерлицы. Батя мне там последнюю собирает тоже. Такое двоякое ощущение осталось после рыбалки. Вроде и поклевок не было. Всего 3 поклевки за всю рыбалку. Конечно, для этой реки это очень мало. Щуки здесь много, мы это знаем. Но почему-то нам не везет. Но 3 поклевки и при этом поймали 2 щук. Щуки достаточно хорошие. Такие приличные, одна на кило чуть больше там, а другая на кило 300. Хорошие щучки попались, таких приятно, конечно, вытаскивать. Поборолся сегодня, батя тоже сегодня достал одну побольше, которую тоже поборолся. Приятно достать таких щук, конечно, на жерлице. Вот, ну и третья поклевка была пустая, просто сбил и все. И на этом тишина. Потом батя пробовал на блесну в этой лунке рыбачить. Бесполезно. А вот вчера половили хариуса просто отлично. Хариус брал просто отличных размеров. Такие грамм на 300, на 400 попадались. Ладно, дождемся конца марта, начала апреля. Тут снег весь тает, будет корочка такая, чистый лед, и будет намного лучше ходить и бегать. Может тогда уже приехать и на пару дней. Потому что вот, тащить палатку и печку по такой тропинке, когда снег липкий, не очень-то приятно, тяжело, можно сказать. А вот снег растает, и тогда можно будет уже рыбачить. Ставьте, конечно же, лайк, подписывайтесь на канал. До встречи на реках, озерах, на рыбалке и охоте. Удачи, пока!